60 регионов страны уже приступили к работе над проектом «Вышитая карта России». Напомним, организаторами масштабной акции являются правительство Чувашии и Федеральное агентство по делам национальностей. Проект, приуроченный к году культурного наследия народов России, призван поддержать развитие промыслов и ремесел. Фрагменты будущей карты отразят своеобразие каждого региона, характерные узоры и техники. Для работы над проектом в областях и республиках созданы творческие группы из лучших мастеров, которые занимаются разработкой эскиза. Их фантазию никто не ограничивает. Главное – показать особенности своей малой родины. Мы отправили во все регионы лекала, и на сегодняшний день практически все регионы приступили к вышиванию. Каждый из них на сегодняшний день разрабатывает эскизы, продумывает, как они будут вышивать эту карту. Работы очень серьезно, и мы ждем, конечно же, к середине марта от них вышитые вот эти лекала, которые мы будем уже объединять в единую прекрасную карту России. Так, например, на Ямале говорят, их регион на вышитой карте России не заметить будет сложно. Он один из самых больших по площади. Деревянные лекала здесь уже получили, и художник-конструктор окружного дома ремесел приступила к эскизам. Во всех практически регионах России есть традиционная вышивка. В нашем регионе ее нет. У нас есть традиционные узоры, которые мы используем для аппликации, для шитья, но как таковой вышивки не существует. Поэтому мы согласовывали с Чувашской республикой именно вопрос того, что мы будем делать не традиционную вышивку, так как ее нет, а конкретно аппликацию. Через полтора месяца уже готовые фрагменты из регионов вернутся в Чувашию, где рукодельницы соединят их в единое целое полотно. Проект поддержала народная артистка России Надежда Бабкина, которая вместе с ансамблем «Русская песня» представит готовую карту в Чебоксарах 12 июня. Это будет так круто. И я жду, когда это все завершится, какое будет вообще это все изделие. Но представляю, что это многогранное, многонациональное и многояркое. Ну, в общем, Чувашия, спасибо вам огромное. Вы были инициатором, мы все поддержали. Затем вышитая карта России отправится путешествовать по всей стране. А 12 декабря она уже будет в Москве. Елена Михайлова, Евгения Николаева, Дмитрий Макаров, Фархат Ниязов. Вести Чувашия.